Иркутск стал четвертым городом, где открылся фуд-холл «Ит-маркет». Под одной крышей работают пара десятков ресторанов, два бара и лаунж-зона. Здесь представлены блюда всех кухонь мира. Одновременно гастропространство вмещает 600 человек. Мы заранее узнали об этом с друзьями из Инстаграма и решили, что обязательно нужно это посетить, потому что это реально новый формат для нашего города, такого нет. И тем более такая шоу-программа, столько много кухни, столько много выбора напитков. Ну, обязательно нужно было посетить это мероприятие. Сама концепция фуд-холла возникла не случайно. Выбрать один ресторан на целую компанию всегда тяжело. Мы не можем готовить один и тот же, там, одно и то же блюдо в одном там, и соседнем корнере. То есть в этом весь плюс, что каждый человек, придущий сюда, он выберет там себя что-то новое и что не будет повторяться. Тяжело, потому что все равно это немножко новое. И даже вот сегодня при большом количестве там, народа, ожидалось там 1400 было зарегистрировавшихся. Я не знаю, сколько пришло, но очень много народ. Большой поток и небольшое ожидание получилось, но в целом мы справились, народ довольный, и я думаю, этот формат понравится. Вкусная и качественная еда – это еще не все. В центре фуд-холла разместили сцену. Каждую неделю здесь будет проходить развлекательная программа. А на открытии гастропространства хедлайнерами стал музыкальный дуэт, известный по хиту Федерико Феллини. Давайте все вместе. Знаете, в чем отличие от фуд-корта, да, типичного, и чем здесь хорошо? Тем, что есть программы. Как бы, это прикольно, что каждый из друзей может прийти и заказать себе любую кухню. Ни у кого не возникает споров, в какой ресторан идти, в китайский, там, поесть Азию или поесть европейскую-то кухню, да, или шашлык. Можно в одном месте всем собраться, поесть разную кухню и посмотреть на программу. В ближайшее время иркутский фуд-холл подключат к мобильному приложению «Ит-маркет», с помощью которого можно будет сделать заказ блюда к столу или на дом. Екатерина Сроватская, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.